Среда. Утро на Енисея. Я Сергей Богацкий. Я Виктория Лазарева, и это удачное решение. Сергей, нам на почту снова приходят вопросы, спрашивают по поводу... Это же хорошо, когда люди интересуются. Что спрашивают? Спрашивают как раз про деревья. Когда опрыскивать, когда обрезать. Ну, обрезать можно было с февраля начинать, и еще не поздно. Например, ветка, так, которая идет вот к этим веткам двум, да, и она, очевидно, будет им мешать. Принцип обрезки – это, чтобы крона у нас была свободная, чтобы она была вот такая, и направлять все ветки. Режем, если почку, то почка должна смотреть вот так, чтобы ветка была максимально горизонтальной. Ну, а по поводу опрыскивания. Все-таки опрыскивание делают тогда, когда среднесуточная температура становится не менее 5 градусов. Ну, еще холодно. Поэтому, я думаю, через недельку-полторы уж точно можно будет опрыскивать. Что еще спрашивают наши телезрители? Что еще? Еще спрашивают про хвойники. А как их обрезать? А вот хвойники можно стричь круглый год, в любое время, потому что все раны хвойники замазывают себе сами, смолой. Хвойники хвойниками, сейчас туда дойдем. Вот, посмотри вот на эту березу. Видишь, макушки тоже срезаны, все замазано варом садовым. Вот, я не люблю деревья высокие, я уже тебе говорил. Пушистые. Они дают очень много тени, поэтому я люблю пушистые деревья. Кедр тоже был достаточно высокий, и вот эту макушку я просто нагнул, согнул, привязал. Можно его дальше вот так же сделать и подходить и собирать шишки. И не лезть вот туда. Сергей, ну раз уж мы заговорили о стрижке деревьев, то вот это вот что за кустик такой так аккуратно подстриженный, пушистый? Ну, шариком подстрижен. Да. Это калина бульдонеш. И самое интересное, что ее-то как раз нужно стричь только сразу после цветения. А вот смотри, еще одно хвойное дерево, это кедр. Я у него срезал макушку. Вот можешь заглянуть вот сюда, видишь? Ой. И она вся в смоле, она закрыла свою ранку. Так и хочется его обнять теперь. Обнимай, если хочется. Но он даже не колючий. Ну, можешь еще и вот то обнять, это пихта. Маленькая. Хорошенькая. Слушайте, мне определенно нравятся хвойники. Вот я ее просто прищипываю, когда она начинает выпускать уже вот такие вот новые побеги. Угу. Просто отламываешь, и получается вот такой шарик. А этому шарику лет 5. Да, он уже взрослый такой? Да. Такой симпатичный. Но я его в небо не отпущу, он будет все равно у меня шаром. Я ответил на твои вопросы? Ну, это вообще не мои вопросы, а вопросы наших телезрителей. А, ну, вообще-то да. Поэтому, если у вас появляются тоже вопросы, присылайте их на нашу почту, с удовольствием будем на них отвечать. Это было удачное решение. Сергей Богацкий. И Виктория Лазарева. Пока.